Вода – основа жизни на нашей планете. Вряд ли кто-нибудь станет оспаривать это утверждение. Покрывая 2/3 поверхности Земли, вода влияет практически на все процессы, которые происходят на нашей планете. Тяжело найти такое природное тело, которое бы не содержало в себе воды. Вода является распространенным, простым, но в то же время самым сложным и таинственным веществом на Земле. Воде посвящено огромное количество научных работ, но до сих пор она остается недостаточно изученной. Знаете ли вы, что вода представляет собой наиболее ценный для человека продукт? Питьевая вода доставляет в клетки организма питательные вещества, витамины, минеральные соли и другие, и уносит отходы жизнедеятельности. Польза воды для здоровья человека настолько многогранна, что о ней можно говорить вечно. Все мы знаем с детства, что человек в общей сложности без воды не проживет более 10 дней. Вода – это источник жизни для человека, и каждая клеточка его организма напрямую зависима от нее. Однако главным условием является чистота воды, которую пьет человек.